страх имеет запах. Я уже видел этого монстра однажды. 23 года назад. Проклятие! Склеп на колесах! Когда он придет, он убьет всех, кого встретит на своем пути. Кем бы вы ни были, фермером или портным, ученым или рабочим, вы должны выжить, чтобы рассказать о том, что тут происходит. То, что сейчас творится, бывало и прежде. Просто скажи, что ты принес то, что убьет эту тварь. Если узнаем, откуда он взялся, поймем, как с ним разделаться. Джиперс Криперс. Что? Ребят, вы не любите эту песенку?